Усім доброго дня, доброго здоров'я, добрих новин. Сьогодні відео буде трохи навпаки, чуть-чуть наоборот. То я їздила в центр, в город, ходила на фітнес, там походила, ну, не поздоровалась, не знімала. А это я уже приехала, иду с Конечной, вон автобус стоит наш, иду с Конечной, купила яблок, не успела в городе, и купила сарделек, Николай хотел. Вот. Хотела всех поблагодарить за отзывы, все-таки я их прочитала, не удержалась. Вот. Очень приятно, знаете, так немножко как-то так настроение поднялось, что все-таки не забыли, помните меня. Спасибо вам огромное. Пусть вам Бог даст всего самого наилучшего. Вот. А я сегодня... Ребенок пройдет. А я сегодня попала на свой автобус. Ну, решила, не буду сегодня нагружать ногу. Ну, как не буду? Я пройду свои 4 километра минимум. Только сейчас вот у меня уже 2. Ну, будет где-то 2200, 2300, вот так. Немножко отдохну и опять пойду. Да. Год прошел. Год прошел с того момента, как началась война. И вот какая я была год назад и какая я стала. Дерганная, нервная, психованная. Ну, по-другому и быть не может. А что ты сделаешь? Сегодня вот это 2 круга прошла на фитнесе. Ну, я там немножко говорила, просто я их, можно сказать, прошла. Ну, давала нагрузку, но небольшую. От этих нервов опять на ноги я вот... В 2014 году у меня сильно на ноги было, тоже упала я опять. Но ничего, ничего, будем бороться. Будем бороться, что нам остается. Прохладно, хоть 1 градус тепла, но все равно... Не буду снимать машину. 1 градус тепла, а но ветер, руки мерзнут. Ну, я уже рада, хоть я сама себя, даже не я себя вытащила. Это подруга меня, можно сказать, вытащила. Мы с ней пару раз встречались, я 1 раз показывала, 1 раз нет. Ну, сняла 1 раз, раз не сняла. Это она меня, можно сказать, вытащила. Говорит, хватит уже, давай уже хоть встретимся. Уж долго не виделись. Сама за месяц, можно сказать, я даже из дома, со двора не выходила. Вот это такое было у меня... Здрасте. Такое было у меня угнетенное состояние. Вот видите, как у нас тут все выглядит на улице. Я давно вас с собой не водила по улице. Уже говорила, снега не было. Вот уже заканчивается зима. В общем, и так все нормально. Утром встала, у меня был рис, поела рис с ложечкой меда, попила чай, пошла потренировалась. Сейчас приду, съем яблок, потому что сейчас, наверное, 12, начало первого, обедать еще рано. Съем 3 яблока. Попью чайку, погреюсь. На этом все. А потом часа 2 буду обедать. Вес, если честно, пока стоит на месте. Но я думаю, это от того, что я начала это больше ходить на тренировку. И от нагрузки просто пошли отеки. Так что это ничего страшного. Ну, куда нам спешить? Вся жизнь впереди. Так что будем постепенно. Нам спешить некуда. Ой, вот этот кот, что нам прибился, что-то он на лапу стал хромать. А это не тот. Ой, боже, что это моя Маруся? Да и не Маруся. Бегают они все тут такие лохматые.
кошки мои живы, здоровы. По крайней мере, с утра так было. Наверное, в доме сидят. Это чужой побежал. В общем, вот такие дела. Сейчас вам еще немножко покажу, как я на фитнес сходила, и все. У нас так все серо, уныло. Солнышка сегодня нет. Вот так. Ну, хорошо. В общем, жива-здорова. Буду потихоньку снимать. Так, ну что, девчонки. Возобновила тренировки. Сейчас, можно сказать, третий раз только. Но я сейчас нагрузку вам практически не даю. Потому что чувствую себя сейчас даже хуже, чем я, как в прошлый раз начала тренировки, за 4 года назад. Ну, а что вы хотите? Потерять здоровье очень быстро, а вот назад вернуть. Ну, иду. Пусть я там хоть небольшую нагрузку сделаю, но все равно. Ну, так, фитнес для женок номер один в Украине. Пойду позанимаюсь чуть-чуть. Сегодня людей много. Я прошла 2 круга, если можно сказать, что я их прошла. Ну как, я прошла, ну, в таком, в режиме ходьбы. Вот именно, что прошла. Сильно себя не перегружала, но все равно. Главное начать.